Радикальная усталость. Нечеловеческие условия пахоты в Верховной Зраде. Гребаные трудоголики, народные избранники. 2 недели выходных для депутатов Верховной Зрады явно прошли недаром и в плодотворной работе с избирателями. И, скорее всего, в ночном режиме. Иначе чем еще объяснить крепкий сон нардепа от радикальной партии Виктора Вовка, который мирно спит на заседании Верховной Рады, даже несмотря на жаркие дебаты по законопроекту о медицинской помощи и оперативному реагированию в зоне АТО. Его коллега практически на ухо Вовку орет, донося свою точку зрения до остальных. А Вовк слушает, да спит. Наверное, ничто так не утомляет, как 2 недели каникул между пленарками Верховной Зрады. А сегодня депутатам предстоит принять ряд важнейших законопроектов, в числе которых законопроект о правовом режиме военного положения, внесение изменений в устав внутренней службы ВСУ и о внесении изменений в закон о борьбе с терроризмом по оперативному управлению антитеррористическими операциями. Вот такие законы в летаргическом сне и принимают наши депутаты. У нас хоть один нормальный волк, я уже не говорю о депутатах, есть в этой стране? Для них даже поговорка не указ. Нормального волка ноги кормят, а эти холеные, зажравшиеся скоты, которых даже волком обозвать невозможно.